это силы и желание что-то начать и осуществить, стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Чаще всего обладатели этого имени отличаются высоким интеллектом, склонностью к анализу и философии. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Р – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Их счастливыми цветами являются все оттенки зеленого, предпочтительно натуральных или блеклых тонов, а также желтый и белые цвета. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Артистичная отстраненность в сочетании с прекрасной интуицией и гибкостью характера позволяет таким людям быть хорошими психологами. Люди с буквой С в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Буква К в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.